Для меня победа в Великой Отечественной войне – это подвиг советского народа, пример мужества, храбрости, стойкости, пример бесконечной любви к своей родине. Именно такой пример должно знать подрастающее поколение. Именно его чтить, уважать и ему следовать. Мы вспоминали, вспоминаем и всегда будем вспоминать с огромной благодарностью, со слезами на глазах, какой ценой далась нам эта победа. Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что сейчас мы свободны, за то, что над нашими головами мирное небо. И я знаю, если вдруг нашей стране будет угрожать опасность, мы не подведем вас, мы защитим нашу страну. Никто не забыт, ничто не забыто.